Почествовать двух маленьких участниц конкурса собрались все специалисты Нефтекамского межрайонного отдела службы судебных приставов на построении. В торжественной обстановке прошло награждение девочек, которым вручили грамоты и памятные подарки. В соответствии с приказом Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан проводился конкурс детского рисунка и сочинения на тему «Защита нашей Родины в период Великой Отечественной войны». В данном конкурсе приняли участие дети наших сотрудников, нашего отдела, в возрасте от 5 до 12 лет. Цель данного конкурса – содействие патриотическому воспитанию наших детей, в том числе и формирование творческих способностей наших детей, ну и, конечно же, воспитание чувства гордости и благодарности солдатам и офицерам нашей Родины, победившим в Великой Отечественной войне, ну и также воспитание уважения к нашим ветеранам. Для девочек это было интересное времяпрепровождение. Несмотря на свой возраст, они с полной серьезностью подошли к подготовке рисунков и сочинений. Руслана и Елизавета с радостью рассказали нам о процессе создания и главных идеях своих конкурсных работ. Я участвовала в конкурсе за самый лучший рисунок и сочинение и заняла второе место. Мое сочинение называлось «Миру мир и нет войны». Спасибо ветеранам, которых завоевали наш мир и дошли до Германии. Мне очень понравилось участвовать в этом конкурсе. Об этом конкурсе я узнала о своем папе. Он пришел домой и сказал, что мне нужно нарисовать рисунок. Я решила, что я нарисую рисунок, и он у меня будет называться «Миру мир, войны не нужно». Этот рисунок я рисовала 2 дня. Думаю, что я буду каждый раз участвовать в всяких конкурсах. Мне кажется, я нарисовала хороший рисунок. Анастасия Кайгородова, Артур Мирзагитов, информационная программа «Ежедневник».